10 июля. Подосик. Это желтобурый, да? А вот еще побольше. А дальше, дальше вообще шляпа. Ну ему, конечно, уже все. Ну такой здоровяк. Ну это сведро. Да, это сведро. Все, короче. Ну что, что за? Ну сейчас вернемся в папоротник, там белые лисы. Здесь черноватый лес уже пошел. Лучше вернуться. Ну красивый, да, этот белый? Ой, очень красивый. Ну, он, конечно, червивый, но зато, ну, какая красота. Десятое июня 2020 года. Симпатичные подберезовики, кстати, чистые маленькие. Большие уже с тонкими ногами. Уже не очень. Вот еще с рядочком двое. Близнецы такие. Похож один в один. Кстати, мух почти нету. Так, беленький, но будет червивый, это точно. Вот скрипится, скрипится. Хватает уже скрипицы. Скрипится, скрипится, я же только что вижу. Так, а вот лисичечки, наши красавицы. Хит сезона в данный момент пока. Все в лисичках. Сейчас все собирают лисички. Хотя есть подосиновые, то мы сегодня тоже видели. А вон еще кто-то кричит, конкуренты. Рядом конкуренты. А вот смотрите, какие большие. Какие большие. Ну серьезно, они большие. Ой. Ну ладно, просто чтобы было видно. Вот такие. Классевич. Вот на возврате уже зашли так, ну краешком при дороге недалеко так, метров, наверное, 20-30. Тут местечко было. И тут такой буси-пуси. Ну не передать, понимаете, когда первый раз увидел, не передать. Лена тоже как к ребенку такая. Итого, вот что у нас сегодня получилось. Грибные войска Беларуси ВКонтакте. Оставайтесь с нами.